Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Сегодня будем играть на заброшенной пиццерии. Я буду ее изучать, смотреть, что там внутри. Я вижу, что уже внутри стоят аниматроники. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем изучать заброшенную пиццерию. Так, давайте пройдем, посмотрим, что здесь находится. Мне интересно, дверь открыта или нет. Так, я вижу, что внутри очень все интересно, и аниматроники поломанные стоят. Идемте посмотрим. Так. Отлично. Воу, здесь так прикольно. Здесь что у нас находится? Офигеть. Надеюсь, они не живые. Просто статуи. Офигенная пиццерия. Мне очень нравится. Надеюсь, вам понравится ролик. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. Такая атмосфера здесь классная. Шнуры порваны, стены подранные. Офигеть. Так. Все как будто остановилось во времени. Но при этом выдержано все в таком стиле заброшки. Фредди разломанный лежит. Куча проводов с руки торчат. Доски на окнах. Прикольно. Ой, здесь вообще это челик. Без головы получается. Часть головы оторвана. Спринтрап, свежий аниматроник. Могли бы его отсюда и вывести. Так, давайте здесь посмотрим. Мне даже показалось, что он немножко живой. Но это только показалось. Но есть небольшой страх. Так, здесь что у нас? Кухня. Все очень темно. Слышали? Или нет? Напишите в комментариях, был звук или нет. Мне кажется, что... Что был звук? Только звук чего? Может, что-то упало? Или это на улице гром? Потому что на улице погода не очень такая. Так, здесь что у нас? Слышали? Что-то мне уже страшно в этой пиццерии ходить. Но надо ее изучить. Мне вообще нравятся заброшенные здания. Посмотрим, что там у нас на улице. Пасмурно. Нет, луну видно. Но на улице при этом я видел, гром был. Так, автоматы выключены. Все выключено. Такое все, знаете, как будто ремонта лет 20 не было. Так, что у нас здесь? О, видели? Да ладно, то аниматроник там ходит. Давайте посмотрим. Ого, мне уже страшно. Вон он идет, я вижу, я вижу. Так, закрываем, закрываем двери. Эй, дверь, закрывайся. Так, мне получается, я что тут? О, закрывай, закрывай. Идет, идет. Повернулась. Получается, что, аниматроники ночью оживают и охраняют эту пиццерию. Прикольненько. Тихо, тихо, тихо. Вы видели? Это тень была. Так, идемте. Мне кажется, надо, наверное, с этой пиццерии валить. Или дальше еще давайте походим, посмотрим. Мне вообще показалось, что здесь стоял аниматроник. Кто-то пропал. Слышите? Балунбой. Или не балунбой? Вот о чем я и говорил, гром на улице. Даже любого звука боюсь. Я внимательно слушаю, что происходит. Балунбой. Видите тень балунбоя? Это пиццерия кошмаров, получается. Исчез, видели? Hello. Так. Что у нас тут? Это офис директора. Блин, я испугался руку этого аниматроника. Это реально жесть. Ты сюда так стоит? Я даже не понимаю, где живой из них, а где не живой. Это точно, да, не живой? Он за мной следит, да? Они охраняют пиццерию, получается. Так, так, так. Давайте будем за ним наблюдать внимательно. Ржет и ржет. Так, здесь у нас что? О, Чика стоит. Она такая немножечко смешная, но при этом страшная.
Да, посмотрите, сколько здесь аниматроников заброшенных стоят. Выкинули их, поломанные аниматроники, провода торчат. Этот вообще страшный. И на руке у него какая-то штуковина такая. Он за мной следит. А ну, я могу ногой поломать доски? О, мне это нравится. Ну нафиг, я пока месть выйду из пиццерии. Не-не-не, ребята, нет, не надо меня убивать. Сейчас с другой стороны зайдем. Офигенная пиццерия, мне очень нравится. Так, здесь дверь закрыта? Закрыта. Давайте сюда сходим, посмотрим. Такая атмосферная карта, мне нравится она очень. Фиолетовый челека жил? Ну нафиг. Давайте пойдем по кругу, посмотрим вовнутрь. Даже боюсь заходить. Очень страшная пиццерия. Тихо, тихо, тихо. Я слышу все. Ребята, напишите в комментариях, хотели бы вы ночью оказаться в этой пиццерии. Мне кажется, это очень стрёмно было бы. Так, заходим еще раз. Ну что они мне могут сделать? Они же поломанные. Ну нафиг! Фиолетовый челик со мной бежит, вы видите? Нет. Не надо. Может, когда я выйду из пиццерии, он не будет выбегать? А, быстрее! Смотрите. И не выходит. Они охраняют пиццерию, получается. Нет, я подходить не буду. Музыка заиграла, получается, пиццерия оживает. Ровно 12 часов ночи. Так что, ребята, если увидите ночью заброшенную пиццерию и будет 12 часов ночи, не заходите туда. Они меня выгнали, не дают зайти мне. Так, а где он? Я слышу этот звук. Откуда этот звук? Идемте сюда. Вот он. И что? Ну нафиг, надо бежать, он сейчас оживет. Давайте сюда сходим. Че двери закрыты все? Так, я тут на корточках посижу. Может, он меня не увидит? Здесь надо тихонечко очень передвигаться. Вон он идет. Это какой-то трэш. Он говорит, что хочет меня убить. Я попал, пацаны, я попал. И девчонки. Тихо. Фонариком, надо на него фонариком не светить. Так. Пошел. Фух, слава богу, у меня же мурашки по телу, настолько страшно. Ищет меня, он реально хочет меня убить. Че, этот гром на улице стрёмный. Так, он пошел. Опа, ему плохо стало. Я буду сзади идти тихонечко. Он мне говорит, где ты находишься? Where are you? Где ты? Он меня ищет. Он хочет меня замочить. Включаем, наверное, фонарик. Может, так лучше будет? Нет. Сидим за углом здесь. Он говорит, что он меня убьет, если увидит. Ты будешь плакать. Офигенная озвучка. Пошли сюда. Это получается, я должен выжить теперь в пиццерии этой? Выживание в заброшенной пиццерии. Теперь из них, я даже не знаю, кто из них живой, а кто мертвый. Я думал, этот челик ожил, но он живой. Тихо. Запрячемся за аниматроника. Так, вы кого-то видите? А, еще один ожил. Да что творится в этой пиццерии чертовой? А, вон на сцене ожил аниматроник, о чем я и говорил. Пошел. Так, они реально меня ищут. Я буду прятаться. Пошел. Хорошо, здесь темно, они меня не видят. Так, стоит, ищет меня. Проверяет.
Так, давайте пойдем в другую комнату. Они меня сейчас найдут все-таки. Ищет, ищет меня. Это очень страшно. Так. Фух, они меня не нашли. Здесь он Фредди разломанный весь. Видимо, что-то с ним произошло. Все, вроде бы все. За колонкой сядем. А! Вон он ходит. Через колонки будем в щелочку заглядывать. Так, так, так. Надеюсь, не увидит меня. А! Да, пиццерия живая. Все? Отлично. Так, а кто из них был живой, а кто нет? Я так и не понял. Это он? Это он? Эннард стоит. Find time Freddy. Тихо. Опять, что происходит? Свет включается, отключается, музыка играет, аниматроники ходят. Ого, как он здоровенный. Идет, идет, так стоит. Интересно, они меня в этой серии убьют или нет? Они меня ищут. Они, получается, знают, что я в этой пиццерии и хотят меня уничтожить. Так, наверное, надо с этой пиццерии валить. Я вижу, с этого ничего хорошего не выйдет. Потихонечку, на картофанчиках, не спеша выходим. Откуда эта музыка идет? Так, так, так. Аниматроник стоит. А как мне выйти теперь? Эй! Быстро, 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 беги, 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 Димка! А! Нет! Нет, 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 нет! Дай им бежать! А! Ребята, это была первая серия этого сериала. Если вы поддержите его лайкосиком и будет 2000 лайков, мы сразу снимаем вторую часть этого сериала. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.